Один из самых зрелищных этапов главных учений этого года – «Центр-2015». Ночной бой с боевиками, которые захватили населенный пункт. Эффект внезапности сработает при условии тщательной подготовки снайперов. Их позиции практически невозможно заметить даже с нескольких метров. На основную часть операции менее часа. В помощь мотострелкам, которые переброшены в незнакомую местность, приборы ночного видения и современное вооружение. Условный враг разбит, а значительное подкрепление, которое стремилось на помощь бандитам, ликвидировано с помощью танков и артиллерии.